Несколько лет подряд Печора борется с мусорным коллапсом, который охватил наш город. Контейнерные площадки буквально утопают в бытовых и прочих отходах. Обострение проблем с вывозом мусора связано в частности с тем, что индивидуальные предприниматели не хотят заключать договора на вывоз и утилизацию коробок и прочих негодных вещей. Сотрудники магазинов, строительных компаний и школ чаще всего оставляют мешки с мусором у ближайшего контейнера. На контейнерных площадках города Печоры на сегодняшний день складывается плачевная ситуация, так как помимо обычного бытового мусора, на контейнерные площадки вывозится мусор от частных предпринимателей, строительных компаний. Все это складируется рядом с контейнерами, что, по сути дела, не должно происходить. Есть множество индивидуальных предпринимателей, которые обязаны заключать договора на вывоз и утилизацию мусора. Естественно, они этим не занимаются и осуществляют несанкционированный сброс на контейнерные площадки. Также множество мусора вывозится в лесополосы, чем они загрязняют окружающую среду. На сегодняшний день вывозом мусора в городе занимается управляющая компания, которая закреплена за теми или иными домами. Общество с ограниченной ответственностью «Стрела» оказывает услуги по уборке контейнерных площадок муниципальному унитарному предприятию «Альтернатива». На сегодняшний день проблемными контейнерными площадками в городе являются Пионерская 21, Мира 1, Печорский 70, Западная 47. Это те места, где наибольшее количество несанкционированного мусора сбрасывается не только от предпринимателей, но и от собственников гаражей. Это очень много мусора с гаражных кооперативов, которые, естественно, не заключают ни с кем договора и осуществляют несанкционированный сброс. Контейнерные площадки вычищаются мусоровозами на ежедневной основе. Также проходит бригада. Это трактор с людьми, которые забирают крупногабаритный мусор. И на сегодняшний день мы можем видеть такую картину, что контейнера чистые и пустые, но возле контейнерных площадок лежит множество картонных коробок, строительного мусора и так далее. Проблема заключается в том, что ветки, коробки и тяжелый строительный мусор сложно убирать обычному мусоровозу, который обслуживает ту или иную контейнерную площадку. За остальной сор, который скапливается вокруг баков, отвечать никто не хочет. Вывоз мусора частными предпринимателями и гаражными кооперативами на городскую свалку не производится. С 10 июня этого года ООО «Стрела» взяла в аренду свалку городскую у Комитета по управлению муниципальной собственностью. Там мы проводим работы по захоронению, распределению мусора, обслуживаем полностью и подготавливаем документацию на получение лицензии и статуса полигона для свалки в городе Печора. Сотрудникам управляющих компаний приходится ловить нарушителей буквально за руку. Каждое утро на контейнерных площадках появляются десятки коробок с адресами магазинов. Частные предприниматели даже не пытаются скрываться. Мне кажется, к любому торговому предприятию, организации, или как правильно его назвать, торговой точке, магазину, необходимо складировать эту макулатуру. Она называется макулатурой, потому что это расходный материал упаковки идет. Его складировать и потом объявить какой-то, значит, конкурс выигранного человека с машинкой по утилизации. А конкретно, как раньше они назывались, это было пункты приема макулатуры. То есть лица, заинтересованные, сдадут, оно пойдет во вторичную, третичную переработку, и опять у нас будет и чистота, и копейка будет сохраняться, не расходоваться на эти материалы. Администрация оказывает помощь в решении данной проблемы. Необходимо привлечь к ответственности тех людей, которые занимаются несанкционированным сбросом мусора на контейнерные площадки, и организовать вывоз негодных вещей на городскую свалку.